Договор о развитии территории в границах улицы Лесосплава между администрацией и строительной компанией был заключен 3 года назад. В 2017-м постановлением главы города утвержден проект планировки территории и межевания. Общая площадь составляла более 10 тысяч квадратных метров и включала 3 земельных участка. Не было ясности с инженерными коммуникациями, с техническими условиями, которые достаточно долго готовились на этот участок, на этот объект. Поэтому по получению этих технических условий были внесены изменения соответствующие, которые необходимо по законодательству, по градостроительному кодексу отразить в проекте планировки, в проекте межевания. Подготовка нового проекта планировки, проекта межевания обусловлена несколькими причинами. Это изменение площади и конфигурации земельного участка, определенного под развитие застроенной территории, и получение застройщиком технических условий на подключение инженерных сетей и, следовательно, необходимостью строительства инженерных сооружений. Принципиально проект не отличается от предыдущего. Немного увеличилась площадь земельного участка. Здесь возведут 3 9-этажных дома. Дополнительно построят трансформаторную подстанцию, канализационно-насосную станцию, тепловую камеру и инженерные сети.